Работа сиделки – это умение быть хорошим собеседником в том числе. И в этом вы точно преуспели. Моя мать, я полагаю, она была убита. Я считаю, что убийца тоже уже мертв. Окажите себе услугу, детектив. Езжайте домой. Себя глупо, Джульет. Мне кажется, я схожу с ума. Я кого-то тут видела. Какое-то существо, я не знаю. В этом доме еще кто-нибудь есть, кроме нас? Кроме нас двоих в доме никого нет. В доме что-то есть, это точно. Что-то зловещее. Оставаться опасно. Нам нужно уехать срочно. Как тебя зовут? Джульет. Если ты доживешь до утра, Джульет, мы победим эту тварь. Проклятие Лилиан. В кино с 14 сентября.